уберите лишнее слово. Тик-так, флайкер, Кента ПК. Это не вы мне дизлайки ставите? Вы меня на дуэль не вызывали? Нет. На дуэль, не? Да правый! Как? Правый, Ань, блин, да правый! Как? Анетка! Ха! Всем привет, мои уважаемые подписчики, с вами ваш Кента ПК. И сегодня, как вы и просили, будет необычное видео со мной. То есть я сегодня решил немножко поприкалываться над прохожими. Но, чтобы над ними поприкалываться, мне нужен мой оператор. А моим оператором является, конечно же, Анетка. Поэтому я, ребята, жду Анечку. Она, как обычно, немножко опаздывает. Ну, в принципе, да, ничего страшного. Я уже привык ее ждать, у меня уже к этому иммунитет, что ли. Ждем Анетку. Но Анетки нигде нет. А, еще, ребят, важные новости. Анетка заболела. Анетка мне сегодня пишет, блин, голова болит, насморк. Я говорю, Анетка, тогда сегодня видео снимать не будем, давай тогда завтра. Анетка говорит, не-не-не, видео будем снимать по-любому. Так что, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, даже ради Анетки, потому что все-таки, видите, Анетка болеет, но она хочет вас порадовать видео, она хочет со мной сняться видео, поэтому, ребята, ждем Анетку. Я ей сказал, чтобы наделась потеплее, если она оденется холодно, то, ребят, ей просто не жить. Я сказал, что я буду проверять, поэтому сейчас ждем Анетку, проверим, как она оделась. Если она оделась хорошо, мы едем в центр города, и там будем снимать необычное видео, как вы и просили. Анетулечка, приветик. Можно тебя снять? Нельзя. Ну, подписчики просили. Да, не надо. Все, хорошо, хорошо, все, я понял. С Анеткой шутки плохи. Я очень соскучился по Анетке, потому что у меня были проблемы со спиной, ребят, кто помнит с прошлого влога. И поэтому я очень долго не видел Анетку. Сколько мы с ней не виделись? 2 дня? Ну, да. 2 дня для меня это долго. Анечка, иди ко мне, мой любимый, я скучал. Я не снимаю, только твои красивые волосы. Они же красивые? Да, волосы. Анечка, а что, ты скучала по мне? Нет. Не скучала? Скучала. Анька, я тебя люблю. Слушай, вообще подписчики просят, чтобы я тебя тоже показал. Можно? Хотя бы сдалека, сдалека. Анечка, иди сюда. Да иди, я тебе покажу. Пожалуйста, ради подписчиков, я тебя догоню. Ребят, все, я догонен. И спина как болит. Прямо сейчас мы проверим, как тепло оделась Анетка. Просто Анетка болеет, поэтому мы, ребят, будем проверять. Анетка, ну показывай. Ты не хочу показывать, ну не снимай. Да пожалуйста. Ребенка. Ну, Анечка. Нормально я одета, в общем, курточка. Ладно, давай рассказывай. Курточка, я сам буду смотреть. Подожди, я на камеру не буду показывать. Так, курточка, дальше свитер, в принципе, теплый, думаю. Ой. Дальше, под свитером у тебя... Лифак. Под свитером у тебя маечка. Это кофточка. Кофточка? Да. Это майка. Это кофта. Ну, я думаю, что нормально, да, получается, курточка. Дальше, получается, у нас кофточка. И получается, у нас еще одна кофточка. Ага. Да? Да. Ой, молодец, тепло оделась. Слушай, Анечка, пожалуйста, больше... Анечка, пожалуйста, больше не надо так делать. И как, ты же мне говорила, что сегодня мы покажем подписчикам твое лицо. Ну, я не говорила, что мы покажем подписчикам мое лицо. Давай, если мы наберем 2000 лайков, то... Давай, да, ты на первом видео и на изи набрал. Ну, давай, 2500. Не, подожди, подожди. Что, 10 тысяч лайков. Сколько? Всё, нереальность. Ты специально такое говоришь, чтобы они не набрали? Да. Давай хотя бы 3000 ты покажешься. Да нет, да ну, блин, я не хочу. Ну, пожалуйста, можете показать? Нельзя. А что надо сделать, чтобы тебе можно было показать? Ничего. В прошлом, когда покупал камеру, ты говоришь, купишь камеру, будем даем снимать влоги. Я не говорила такое. В смысле, блин, а как? Ты говорила. Что ты обманываешь? Аня мне сейчас язык показывает. Как я будто не показывай язык. Что ты показываешь своим подписчикам? Чего ты показываешь язык? Прямо сейчас показываешь. Я сейчас камеру покажу. Да давай, покажи. Показываю. Ну, где показал? Язык показал? Ну, ты отвернулась, наверное. Ладно, ребят, все, мы пошли, короче, троллировать прохожих в центре города. Даня? Да. Кстати, поставьте лайк за новое качество. Я, короче, сделал качество вдвое лучше, чем было раньше. Так что за это надо поставить лайк. Все, ребят, мы поехали. Пока! Не, хотя не пока. А, ну это да. Да. Не, да ладно. Не подумаем. Да, то мало ли. Мы думаем, 2 раза попрощались. Не-не, не пока, не пока, не пока. И рубрика «Комментарии от подписчиков». Ребят, я решил почитать ваши комментарии под прошлым влогом. И там были забавные комментарии. Читаем. Кен, ты лох, ты живешь с мамой. Вот я уверен, смотри, смотри на аватарку, ему тут лет 10. Ага, да. Вот сейчас бы от 10-летнего школьника писать, фу, лох, живешь с мамой в 2К43 году.
Так, а ну-ка. Ребят, привет. А это не вы мне дизлайки ставите? Вы? Да. Дизлайки? А что вы дизлайки ставите? Обычно не буду. Не будете больше? Ну ладно. Я понял. Ты будешь ставить? Да. Да нормально же общались. Слушайте, пацаны, как вы считаете, что круче, Керамбит или Гуднайф? Гуднайф. Гуднайф? Я понял. А вы знаете игру Block Strike? Нет. Не знаете? Block Strike игра. И да, знаем. Знаете? Да. И каких вы ютуберов знаете по этой игре? Мы сами качали ее. Ну, а ютуберов какие-то смотрите по игре Block Strike? Нет. Нет? Я даже не знаю, что такие есть. Да есть. Все, реально? Да, ну я ютубер. А? Ну можешь написать. Ладно, все, ну, ладно. Серьезно? Да, серьезно. А, сейчас найду. Давайте, сейчас покажу. Сейчас. Опа, сейчас. Опа. Три, два, один, ноль. Поехали. Ссылка в описании, подписывайтесь на мой канал, там я снимаю разные блоги, интересные всякие штуки, летсплеи, там стримы по Майнкрафту, да, вы любите такое, там все будет мороженое. Подписывайтесь, ссылка в описании будет. Так, подожди, ссылки не будет. Не, просто скажи, чтобы они сами нашли. Фанни Дэн, подписывайтесь на канал. Фанни Дэн. Так они не знают, как правильно там писать. Там такая панда этот. Ну, Фанни Дэн. Фанни Дэн, пацаны, найдете, найдете? Все, найдете, найдете, да, меня. Найдете, все, давайте. Да. Все, давайте, пока, пацаны. Пока, пока. Давайте, давайте, оба. Удачи. Давайте, вам тоже. Слушай, а что ты видел самое смешное в своей жизни? Ну, что? Самое смешное в моей жизни, это, конечно же, смешные моменты Block Strike, потому что смешнее этого я, честно говоря, ничего не видел. Это хорошо. Ребят, привет. А можно взять интервью? Ну, давайте. Слушай, такой социологический опрос. Уберите лишнее слово. Тик-так, флайкер, Кента ПК. Что это такое вообще? Тик-так. Тик-так. А ну давайте еще раз. Неправильно. Тик-так, флайкер. Флайкер, Кента ПК. Не-не-не, пацаны, неправильно. Давайте еще раз. Красавчик, дайте пятюню. Красавчик, лучше. О, что это за бои? Пацаны, они дерутся, а кто будет первый смотреть мое видео? Ого. Да пацаны, ладно, двоем посмотрите одновременно. Эх. Похоже, что это школьники. О, ребята, привет. Привет, ребят. А вы палки взяли, чтобы флайкера бить? Флайкера, чтобы бить, взяли палки? Не, просто. Я понял. А это вы меня на дуэль не вызывали? На дуэль, не? Там Грифер шоу. Не, не вы? А, ну ладно, сейчас, сори, извините. Ну что же, прямо сейчас на ваших глазах Анетка подъедет на моем автомобиле. Анетка, ты готова? Да, я готова. Я никогда не ездила. Ань, ты не волнуйся, если ты разобьешь машину, то купишь новую. Да ладно, ладно, ничего не, можешь ничего не покупать. А потом, чтобы поехать. Левую педаль отпускаешь? Ага. Только чуть-чуть отпускаешь? А правую, правую. А правая тормоз, потом, когда будешь сильно ехать, нажимаешь тормоз и все, давай. Правую? Так это посередине. Правую не надо, просто левую. Все, давай. Ничего себе. Пипец. Аня, мы сейчас врежемся. О май гад. Смотри, чтобы тормозить, нажимаешь левую педаль одновременно и правую. Левую и правую одновременно. А что делать? Ладно, правую. Правую, Аня, блин, правую. Блин. Да какую правую? Все, Аня. Все. Мы покатались, хватит. Мой любимый Анечка, я все понял. Все, хватит, я думаю, на сегодня. Для первого урока хватит. Аня, там котик в туалет сходил. Не подскользнись. Кента ПК. Блин, очень далеко. Спина! Спина! Анетка! Я не буду брезать. Иди сюда!